searching for something that's disappeared. Digging for gold in my neighborhood. For what they say is the greater good. But all I see is a long goodbye. A requiem for a sky blind. It seems I never stop losing you. As every die becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем недолго, скоро все начнется. Мы приветствуем вас на большом футболе. С вами Георгий Чернанцев и Константин Кенин. Погода сегодня не балует, и если так пойдет дальше, командам придется лобки выдавать. Ну, нам повезло с Георгием, потому что над нами такой специальный навес, который закрывает нас от непогоды. Так что без озвучки этого матча вы не останетесь. Здравствуйте, друзья, и давайте смотреть хороший футбол. Сегодня Swindon Town встречается с Milton Keynes Dons. Сегодняшние хозяева показывают лучший результат в лиге по забитым мячам. Да, они замечательно играют в атаке и очень много моментов реализуют. Я жду традиционно яркого матча в их исполнении. Ian Dolan, number 10, Kessie Anderson, and number 9, Mark Richards. Thanks. Hey. Good luck. Cheers. Good game out there. Good luck. Cheers. Thanks. Good game. Good game. Hey, good game. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах.
Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Опасно могло получиться, но никто до мяча так и не дотянулся. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Футбольная кричалка «Оле, оле, оле» происходит из Испании, где слово «Оле» выкрикивалось на кориде или танцах фламенко. А первое упоминание об этой кричалке появилось в Испании в газетах в 1982 году. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Есть вариант развития атаки. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Есть шанс выйти вперед! Мяч выбит, и это конец перспективной, в общем-то, атаки. Арбитр назначает угловой. И вот отложенный штраф находит своего хозяина. Да, память у этого рефери хорошая, он ничего не забывает. Мяч летит в центр штрафной. Плохо подан угловой, мяч у вратаря. Ну, грузи в штрафную. Это вне игры. И почти сразу мяч потерян. Не смогли из-под прессинга выйти они. Хорошо мяч перехватили в атаке. И удар! Отличный сейв! Судья показывает, что будет угловой. Мяч летит в центр штрафной.
Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Ушел мяч. Аут. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Видаль. И разрезающий пас на ход. Мяч в аут ушел. Видаль. Хорошо мяч перехватили в атаке. Наносит удар игрок. Мяч будет введен из-за боковой. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Очередной точный пас в его исполнении. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Выбит мяч из штрафной. Похоже, эта атака закончена. И это удар! Вратарь намертво забирает мяч. Да, это был удар. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Все просто. Вынос. Удар! Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. А вот сейчас будет буквально информационный взрыв. Даниэль Парехо переходит в Ювентус из Валенсии. Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Удар? Нет, таким ударом его не пробить. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. За боковую выбивает мяч защитник.
Отличный отбор, но кому достанется мяч? Партнеры поддерживают эту атаку. И выносит мяч за лицевую защитник. И пробил он поворотом. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Отличный удар. Угловой, шанс выйти вперед. Мяч летит в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Давно уже ходят слухи о том, что он собирается завершить карьеру. Ну, ему, конечно, виднее. Может, он чувствует, что никак не наберет форму. Но в любом случае, это очень важное решение. И тут нужно все как следует обдумать. Подали мяч с углового в центр штрафной. И забирает эту подачу вратарь. Навес в центр штрафной. 3 минуты добавлено к основному времени. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. И подача туда, в сторону ворот. И выносится мяч из штрафной. Можно подать. Выбит мяч из штрафной. Свисток арбитра угловой. Центр штрафной, мяч направлен. И это удар! Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Кажется, что легко. Вот так вроде бы взял и ударил. На самом деле подобные эпизоды очень серьезно отрабатываются на тренировках, да, Константин? Действительно, Георгий, очень сложное техническое исполнение удара, но здесь игрок сыграл выше всяких похвал. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Минимальное количество голов, минимальный перевес, 1-0 пока. Слишком осторожно действовали соперники в первом тайме. И удивительно вообще, что при такой игре им удалось забить хоть что-то. В принципе, это что-то так или иначе повлияет на итоговый результат. И тренерский штаб может даже дать указание засушить игру. К сожалению, мы не можем послушать их в раздевалке и что они скажут своим подопечным.
Отличный сейв. Центр штрафной, мяч направлен. И это удар. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол.